Всем шалом. Даже не хотел ролик записывать, но думаю, все-таки запишу. Может, кого-то это побудит не выбрасывать такие старые вещи, а все-таки заниматься их восстановлением. Тем более, что вещи есть достойные. Это посеребрение. Состояние видно. Тут так вообще катастрофа. Еще и царапины какие-то есть. То есть почище будут видны царапины, конечно, но я думаю, все-таки есть смысл чистить такие вещи, восстанавливать потихонечку в свободное время. Долго не буду вас задерживать, уже покажу готовый результат. Пока понятно, да? Будем дочищать. Ну, вот так это где-то получилось. Конечно, не вау, но уже можно пользоваться. По три свечечки, короткий, просто прелесть. Всем хорошей чистки. Шалом.